Всем привет! Сегодня 15 августа, воскресенье, и мы с дочкой снова отправляемся в путешествие на север. Ну вот, наконец-то мы и тронулись в дорогу. Да, Есечка? Угу. Чё так тихо? Нормально! Ну что ж, вот мы и выбрались за город, проехали первые 100 километров. Отличная пустая дорога, настроение тоже у нас отличное, едем. За Переславлем небольшой ремонт, реверсные движения. Во второй половине дня утренняя жара сменилась пасмурной, прохладной погодой. Несколько раз принимался накраповый дождик. А мы тем временем едем уже по объездной Вологде. У нас наступило утро. Вчера, ближе к вечеру, начался дождик. И так, в принципе, весь вечер он и шел. По дороге снимать было совершенно нечего. Приехали на стоянку уже около 12. Нам повезло. Дождик ненадолго прекратился. Мы успели ним поужинать, попить чайку и только легли спать. Сразу полил дождь и не прекращался всю ночь. Даже встали позже, чем планировали. Не хотелось вылезать под такой ливень. Сейчас уже 8 утра. Быстренько собираемся и едем нагуливать аппетит и завтракать в более дружелюбном месте. Расположились мы позавтракать в просто замечательном месте. Дождя, к счастью, нет. Хотя тучки ходят такие, можно сказать, дождевые. А здесь у нас вот что. Черника спелая и брусника. Спелая брусника. И брусники здесь много. Брусничка. А чуть выше на кочке вызрела черника. Осенняя вкуснота. Мы просто в брусничный рай попали. И вся спелая и крупная.
Наверное, я никогда не видел столько брусники, как в этом году. Может, место такое, а может быть, ее везде много. Хорошо. Мишки лягут спать сытыми. Надеюсь, на рыбачьем тоже будут грибки. Мы их пособираем, и поварим, и пожарим. Даже немножко вышло солнышко. Ветер вроде тучки раздувает. Будем надеяться, что сильных дождей не будет сегодня-завтра. Завтра мы хотим посетить перевал геологов. Дочка там ни разу не была. Посмотрит. Надеюсь, ей понравится. Ладно, нам пора трогаться. Спасибо этому чудесному месту за угощение. А мы едем дальше. Проехали Медвежьегорск. Отстояли там, наверное, минут 25 на колонке Роснефти. В городе и на всю округу одна единственная приличная заправка. Ну вот и наступило у нас утро третьего дня. Мы находимся недалеко от рудника Карнасурта. Ревду мы проехали вчера поздно вечером. Наверное, уже почти в час ночи. Ну и тут долго мытарствовали по всяким кустам, по всяким дорожкам, которых в окрестностях рудника великое множество. И здесь вот по березкам проходит дорога. Тут даже остатки каких-то сооружений. Съехали немножко в кусты от дороги и остановились с видом на перевал геологов. Такая вот чудесная у нас стояночка. Сверху виднеется гора, на которую мы сейчас поедем. После дороги и после долгого поиска места легли мы, наверное, уже в третьем часу, поэтому проспали мы сегодня долго. Под утро вышло солнышко, перегрело палатку, так что встали мы где-то 9:30, наверное. Сейчас завтракаем. Выбираемся отсюда и едем на перевал геологов. Ну все, мы наконец-то собрались. Ночевали мы вот там вот в березках. А сейчас наша дорога лежит наверх, на перевал геологов. Все, отправляемся. Подъем, а наверху что-то все в облаках. Ладно, будем надеяться, когда мы тогда доберемся, будет какой-то разрыв в тучках, и мы увидим все, что вокруг происходит. Thank you.
общем, наверху все выглядит вот так. До самого перевала мы даже не поехали, потому что смысла нет никакого в этом. И еще произошло приинтереснейшее событие. Пока мы ехали вверх, у меня отвалилась GoPro-шка, которая стояла на присоске на боковом стекле. Заметили не сразу. Побежали ее вниз искать, наверх поднимались машины. Мы у них спрашивали, не находили ли они ее. Никто ее, конечно, не видел. Я думал, что все, у нее уже новые ножки, ушла она. И когда шли наверх, нам помахали рукой и сказали, нашли мы вашу камеру. Вернули мне мою старенькую GoPro-шку. Вот ведь как бывает интересно. Ладно, а мы едем вниз, может быть там не такой туман. А нас ждет полуостров Средний. Ночевать мы будем уже там. Спускаемся с перевала. Наверное, половина уже спустились. Стало немножечко открываться хоть что-то. Видна Ревда. Лавозера не видно. Да. Ну ладно, что же делать. Бывает и так. В прошлом году было вообще замечательно. Внизу был туман. Из него наверх выехали. Солнце было. Сейчас наоборот. Ладно. Едем дальше. Ну вот, практически спустились. Внизу тихо, нет ветра. Пробивается солнышко. А на перевале тучи ходят хмуро. Ладно, может быть, еще раз побываем тут, и будет погода получше. А это перевал Эльмараёк. Выехали из Ревды. Бросаем прощальный взгляд на Лавозерские тундры. Да, а на перевале Геологов все так же низкая облачность. Ну вот, мы и добрались до дороги через перевал. Проехали по Гранцов. Те снова попросили открыть багажник. Непонятно, что они там хотят увидеть. Но, тем не менее, не каждый раз, но вот второй раз просят. Ближайшие 10 дней у нас не будет под колесами ничего, кроме камней. Поэтому мы сейчас подспустим их немножко. Я где-то спускаю до 1,6. Можно и меньше, но я все время тогда боюсь, что я пробью боковину где-нибудь между диском и колесом, если сильно приложусь. 1,5, 1,6. Она уже вроде мягенько получается, и нет опасности, что при наезде на камень боковина между ободом и этим камнем долбанется. Так, ну все, колесики подспустил. Едем через перевал. В этот раз в дорогу я вообще жестко накачался. 2,5 где-то, чтобы по асфальту лучше катились. Удивительно, как еще светло. Думал, понадобятся даже фары дополнительные на крышу. Взял их с собой. Ну, наверное, пока стоять не буду. Может, совсем не пригодятся. Может, здесь еще не совсем ночью темень. Какие-то остатки белых ночей еще сохранились. Ладно, едем. Нам где-то 3-3,5 часа через перевал ехать. И там уже недалеко у нас традиционное местечко первой ночевки. Вот мы и перебрались через перевал. И даже уже показалось Баренцево море. Погода замечательная.
практически полный штиль. Температура, наверное, где-то градусов 10. Небо безоблачное. Темней, наверное, уже не будет. Замечательно. Еду мимо озер. А на них вода просто как зеркало. Сейчас преодолели самый крутой участок на дороге через перевал. Место наверняка знакомое всем, кто здесь был. И дорогу тут разворотили просто капец. В 16-м или в 17-м, может быть, году я здесь был вместе с друзьями. Но они, конечно, были по такой урезанной программе. Так вот, они здесь были на Кио Риво. Конечно, местами приходилось поштурманить. Где-то я им помогал, протаскивал их. Но тогда это было возможно. А сейчас даже пробовать не стоит. Здесь накатали объездку рядом. Она так-то она была уже давно. Но сейчас, похоже, это основная дорога стала. И то здесь и камни выворочены. И видно, что народ буксует отчаянно. А там, наверное, военными грузовиками все разворотили. Разворочили. Спустился к ручью набрать водички. Как-то так сложилось, что в поездках всегда здесь набираю воду первый раз, когда только приезжаю, и кончилась вода, которую брал из дома. И когда выбираюсь отсюда, чтобы была вода на обратную дорогу. Штиль полнейший. Вода просто как зеркало. Картинка в темноте на этой камере, наверное, будет не очень. Посмотрим. Вот мы и добрались до нашего излюбленного места. Даже уже обосновались. Приготовили ужин. Времени сейчас, правда, уже половина второго. И такое ощущение, что даже уже начинает немножко светать. Дорога через перевал прошла нормально. Когда приехали к нашему озеру любимому, здесь был выводок гагар. Темно, какие гагары рассмотреть не смог. А по голосу, скорее всего, черношины. Вокруг кричат белые куропатки. Вроде как слышал болотную сову с той стороны берега, с той стороны озера. В общем, все замечательно. Прошел год, как я здесь был. А такое ощущение, что и не уезжал отсюда.